Все случайности, которые привели к этому несчастью, были катастрофически несправедливы. Мои родители эмигрировали, не зная ни слова по-английски, и сразу начали работать. Я всем обязан маме за веру в меня. У него было то любопытство, которое многие люди со временем утрачивают. Я была обескуражена тем, насколько он был хорош. Я хотела быть лучше, умнее, круче, но не могла даже потусоваться с ним. Как артист, он так далеко выходил за пределы простого актерства, как будто мог сделать все, что угодно. Он начал фотографировать в долине для себя. Он был из тех, кто всегда делает что-то для себя. Некоторые снимки не выходят у меня из головы. То, что Крис Пайн переживал из-за снимков Пантона, говорит о многом. У него всегда было мужество для того, чтобы заглянуть в самые темные части самого себя. Чего мы ждем? Мы были всегда уверены, что ты добьешься своего в киноиндустрии. Я все еще в этом не уверен. Еще раз, сразу же. Он всегда заходил намного дальше нас. Мне кажется, он никогда не делал себе никаких поблажек. Он постоянно искал ситуации, которые бросали бы ему вызов. Я хочу создавать и выражать свой особый взгляд на вещи. Когда он был маленьким, он подписывал мне открытки каждый день. «Дорогая мама, я так сильно тебя люблю. С любовью, Антоша». Это самые дорогие подарки.